Бах, Россия ничего не добьется бойкотом Олимпиады. Президент МОК уверен, что спортсмены из России же будут принимать участие в Олимпиаде. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах прокомментировал решение недопуска России на Олимпийские игры в Пхенчхан, а также выразил надежду, что чистые спортсмены из России все же будут в Корее на Олимпийских играх. Вместе с комиссией был подготовлен всеобъемлющий отчет, на который МОК и опирался при вынесении решения. Он включает элементы манипуляции в антидопинговой лаборатории в Сочи в 2014 году. Результатом стали пропорциональные санкции, которые защищают права чистых атлетов. Как бывший атлет, я выражаю сожаление и сочувствую всем спортсменам, пострадавшим от манипуляции. Мы согласны, что перераспределение медалей будет осуществлено на церемониях во время игр в Пхенчхане, чтобы как-то компенсировать потери, которые они понесли в 2014 году. МОК предложил создать более крепкую антидопинговую систему, чтобы подобное больше не повторилось. Бойкот России и Олимпиады. Бойкотом ничего не добиться. К тому же я не вижу причин для бойкота. Чистые спортсмены из России же будут принимать участие в Олимпиаде, сказал Бах. Ранее сообщалось, что сборную России отстранили от участия в Олимпиаде 2018. При этом решение, ехать ли отдельным российским спортсменам под нейтральным флагом, примет в ближайшее время президент страны Владимир Путин. По материалам сайта newsgro.com.